танке Князев воевал, но в день освобождения он жизнь свою за нас отдал, и нет ему забвенья. Майор Савельев рядом с ним давил и бил фашистов, с танком своим неразделим, в бою он был неистов. Корректировку арт огня вел Мищенко прицельно, он в списках храбрых с того дня, принявший смерть мгновенно. Семья Сацюк всегда в строю, и Алексей с Исою геройски пали все в бою, душа скорбит и ноет. Но город был освобожден от нечисти проклятой. О, сколько было здесь имен, их почитаем свято! Сегодня очень важный день для нашего города. Сегодня день освобождения от верной погибели, от великого горя. И наши предки, воины, жители этого города положили душу свою за други своя, как сказано в Священном Писании. Отстояли победу ценой своей жизни. Подарили нам мир. 79 лет наш город живет в мире и счастье. Но я хочу сказать еще и о том, что правильная была политика нашего народа в отношении воспитания молодежи, патриотического. Молодежь любит свое отечество, и мы сейчас в этой битве за правду мы видим, сколько воинов отстаивают нашу свободу, мир, сколько молодых ребят оставили свою мирную жизнь, свои семьи, свои дома, свой город, и пошли воевать, чтобы мы, их потомки, жили в мире. Многие из них отдали уже свои жизни. Вечная память им за это. Я думаю, мы правильно воспитаны. Мы никогда не забудем уроков истории. Мы никогда не забудем подвига наших предков. Мы будем ждать, всегда ждать наших героев. Их у нас было много, есть много и будет много. И пусть Господь хранит их. И я хочу свое слово закончить словами прекрасного автора, поэта, исполнителя Максима Фадеева. Знаю, встретимся, но темная ночь в степи. Где же вы, мои журавли? Я верю, и все мы верим, что вернутся наши журавли, воины, герои, и мы с честью и любовью их встретим. А те, кто отдадут свои жизни и уже отдали, и те предки, их деды, которые защищали наш город, нашу родину, вечная им память. Thank you.
Я видео снимаю. Я каждый год специально именно этот момент снимаю одно непрерывное видео, чтобы оно просто сохранилось на память. Отходим в сторону и ждем, когда вас покормят. Рады? Очень рады!